Всем доброго утра! Мы проснулись уже, я вязала зелень, дети вот такая, и причем Антоха такой проснулся, а Фонька еще спит, а уже 9:20. Позвонили Грише, он был на рыбалке, а вчера они там что-то поймали, а сегодня рыбы нет. 31 рыбу сказал? Да, вчера 31 рыбу, сегодня ничего не поймали, сегодня на море волны, туда, когда мы ездили на лагерь, сейчас там камка идет, вот это вот там водоросли, поэтому рыбы сегодня нет. Нагрела чайник на завтрак, у детей сухой вот этот завтрак. Себе готовлю овсянку, хочу сделать или с малиной, или с клубникой, в общем. Варится. Антоха тоже проснулся. А если вы хотите на короля льва пойти, он еще идет в кино. Приходите, очень классное. Тебе понравилось? Нет. Когда, как его? Симба. Ой, кто там проснулся? Ты че, вот Антон? А где Гриша с Лёгой? Ну где Гриша, угадай. Спят. Гриша где? В Ейске. А Серёга? А Серёга у себя дома, мы же его вчера высадили. Так он говорил, что он на ночёвку. Да то он пошутил. Так, вот он мой завтрак. Каша с малиной, цикорий. Афонька, кстати, тоже выбрал кашку. Так, у нас обед. Маша, ты какой у меня акробатика получается? Как получается? Да, акробатика так, как ты его поднимаешь. А ну сейчас я вам свою акробатику покажу. Папа, здесь пол. Мама, я так голову разбил. Ну ничего страшного, спасибо, сын. Стеклянные головы. Ой, папа, в общем, что хотела сказать про обед, то что дети, можно не кричать? Мама хочет что-то сказать про мультиварку. Что я включаю теперь обед на подогрев, и он подогревается, и сразу будет все, там и каша, и мясо, все уже горячее. Вот 2 часа греется. Сейчас выключаем и будем раскладывать все. Только, а тут ты сейчас начнешь. Давай. Давай, папа страхует. Я страхую. Спешишь. Да, не торопись. Афонечка, отойди, чтобы Антоша не переживал, что он на тебя упадет. Опа, красавчик. Класс. Все, мы пообедали. Я сразу брала кухню и... перемыла всю посуду, в общем, красота. Здесь все детям всегда оставляю, если они не допивают. Вот Афоня любит молоко, Антошка чай. Компот сварился, еще теплый остывает. И оставляю, потому что они потом приходят и допивают. Вот, а мне сейчас пряники буду прорисовку делать. Лица, ну и вообще платье. В общем, такая вот единичка. Очень нежно все. Все сейчас доделаю, и можно будет забирать эти прянички. Дети не знают, куда мы собрались, да? Так, эти сумки. Мама, скажи. Ну, и сейчас будет сюрприз. Мама, скажи последнюю и первую. Первая П. А последняя? А. Папа? Ну, подходит. Мы выехали. Сейчас будем делать, ну не сейчас, через несколько часов будем делать сюрприз. Всем. И детям, причем тоже, они потому что не знают даже, куда мы едем. А родители, главное, знают, а мы не знаем. Слава богу, что родители хоть знают. Хорошо, хоть мы знаем. Да. Мы заехали в Воронежскую, тут вот куча арбузов, прям реально куча, да?
вообще рядом арбузы, фонарики. Подушками для... на него прям романтик, романтик такой, фонарики повесили. Лампочки ты видел? Вот подушки, все как положено в Воронежской. Подушки и флаги. Так, едем. Смотрим подушки, мягкие игрушки, флагов. Да, сейчас много стало. И арбузов. Это что-то новое. Тут что продают? Морковку. Такое овощи. Тоже овощи и подушки. В общем, Воронежская тут есть выбор. Но я помню, мы тогда ехали с Кропоткиной, и Гриша здесь покупали маленькую подушечку. Ух ты, нифига себе. Бах, здрасте, да? И пробки нет, все, едем дальше. Да. Для фотосессии, да? Ой, КамАЗы, КамАЗы и все. Это, ну, мы, короче, проехали. Вот там пчелка. А, это типа, чтобы арбузы там покупали, да? Это что мы уже сейчас проехали? Перед Кропоткиным там? Или где мы? Подожди, мы. Ладожскую проехали, и Тбилисская, по-моему, там была. Это перед Кропоткиным, да, мы? Подъехали к Кропоткину. Вернее, въезжаем в Кропоткин. В общем, мы в Пискуновке. Сейчас вот приехали поздравлять куму. А мы любим в 11, да, приезжать и это ее поздравлять. Да, а мы просто, да, это у нас традиция такая. Попозже. Ну как доехали? Сейчас вот теперь нужно коричневый забор найти, да? Это вот, вот это. Это он, по-моему, да? Или нет? Нет, нет, нет. Сейчас будем ломиться. К незнакомым. Вот это что, кого-то не на два хозяина? Это там и дальше были. А, и два дальше были, да? Тут люди живут, да? В общем, едем. Тут всего две улицы. Одна асфальтированная, одна не асфальтированная, правильно? Мне кажется, еще одна. Еще есть? В общем, сейчас будем искать. Я в своей жизни здесь первый раз. Ну, все, ты уже был. Мы два раза, наверное, были зимой, да? А, ну да. Что ты рассказываешь? Имя со всеми. Здрасте. Здравствуйте. Я. Куда дели? Гриша в Ейске. В Ейске. Здрасте. Кума. Пошлите тетю Аню поздравлять. Пошли скорее, классно. А я думала, что-то дом, блин, звонит. Думала, наверное, дела подзабыли. Да, с днем рождения, кума. Спасибо. Сразу все до Кирюхи. А это Коля телефон. Я хочу телефон. Да?